Что самое смешное, следующая песня, я ее тоже сочинил не один, а с коллегами, тоже текст мы сочиняли вместе на работе. Она тоже на основе реальных событий, но там очень много разных реальных событий свалено в одну кучу. В частности, она посвящается Сикорскому Игорю, изобретателю вертолета. Также в ней упоминается и Гагарин. А история эта описана у Игоря Губермана в книге. Вот. Ну, там есть долгая предыстория, я не буду ее рассказывать. Но так получилось, что я, в общем-то, благодаря этой песне и попал в блатной жанр, скажем так. Журавли над постылою зоной то на север летят, то на юг. Князь Гагарин, простой заключенный, проклинает судьбину свою. Князь Гагарин, простой заключенный, проклинает судьбину свою. Он сберег настоящую дружбу под плакатом в отхожем углу. Очень жаль, что расстрелян Харунжи за пропавшую бензопилу. Очень жаль, что расстрелян Харунжи за пропавшую бензопилу. Вспоминая рисунки Давида, вспоминая... Нет. Сейчас. Нет на свете печальнее повести, чем, рискуя своей головой, мастерить вертолетные лопасти из обломка доски гробовой. Мастерить вертолетные лопасти из обломка доски гробовой. Вспоминая рисунки да Винчевы, затаившись под шконкой во мгле, князь дрожащей рукою привинчивал эти лопасти к бензопиле. И в полярную ночь новогоднюю улетел доходяга Икар. В темном небе белело исподнее, привлекая голодных гагар. В темном небе белело исподнее, привлекая голодных гагар. Через 40 часов над Гудзоном усталый мотор. Парашютом взметнулись кальсоны, князь упал и уснул под мостом. Парашютом взметнулись кальсоны, князь упал и уснул под мостом. Как нашлась в Пентагоне работа, разбираться уже не досуг. Но оттуда с тех пор вертолеты то на север летят, то на юг. Но оттуда с тех пор вертолеты то на север летят, то на юг.